Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием South Park и Палка Истины. Окей, в прошлой серии мы были, сказать так, против инопланетянинов сражались. Осколки попадали. Так, ладно, нам нужно быстрое перемещение. Я не помню где, но ладно, погнали к ближайшему. Где хер знает где оно. Так. Через дом Картмана пойдем. Мы, давайте, может, по побочкам пойдем, слушайте. Как думаете? Пойдем по побочкам. Или фиг их. Так, подождите, у меня есть телепорт. Но мне кажется, нужно мне вот это... Еще что-то, чтоб я мог пролазить куда-то под эти... Патрилочи, мы можем, в принципе, к монголам пойти. О, к монголам. Или... Того попробуем. Если ты планируешь когда-нибудь использовать предмет, но не желаешь... Насколько они хотя бы сильные узнать? Аббатер смелый, ну и за рыцаря добро из сердца. Посмотреть. Ух, слушать, так они жесткие. Окей. Окей. О, профессор Хаус. Баттерс превращается в злого гения профессора Хауса и выполняет случайно. Поехали. Посмотрю, как ты теперь со мной справишься. На самом деле здесь я не помню, что здесь имба. Такое, ладно. Ах, сука, ладно. Так уж и быть. Баттер, стой, отхиль меня. Отлично. Способности. Оглушение. Изи. Ладно, давайте попробуем. Ну, сложно, да, они как-то много наносят. Но попробовать, думаю, можно. Воу-воу-воу, втихаря налетели. Этого сейчас ваншотим. Так, здесь нам нужен Баттерс. Нужно, на самом деле, если на что нам нужно из тех способностей, по идее, если не ошибаюсь, это шар. Сейчас покажу. Защита. Такое. Такое.
Если я не ошибаюсь, сейчас попробую. Ингольский лук. Цель начинает истекать кровью. Лук оружия позволяет провести несколько атак, 3, пробивая щиты, наносит дополнительный урон. Плюс еще урон от огня идет. Нет. Сори, нет. Закрыто. Хорошо, ключ монгольского склада. Это он и есть? Да. Нашивка пламенем. А получите 3 помощи нанесения огнем. Забрать все. Вот это дерьмо с... О, дерьмо. О, он первый меня атаковал. Сука. Плохо, ладно. Это очень плохо, ладно. Это ваншотим. Но он сдохнет от кровотечения. Способ... Давайте я резко попробую сразу кнопки атаки. Да, вот. А, не, не оно. Баттерс. Баттерс, живи. Ладно, исцели меня. Не, кстати, урон нанесся немного. Взрывом. Пошли твор на урон. Ну и он его добивает. Отлично. Вот это дело, мне кажется, будет быстрее. Хвост дракона. Чё, поехали. Серьезно. Мальчики, бандюки. Так, давай сразу смотреть босс. Скажите, что у него нет уязвимости к этому. Окей. Нужно как-то словить огненный шар, на самом деле, блин. Защита, ладно. Тоже неплохо. Ну ты просто там... Очень много урона было бы. А давайте эту... А, это я пробовал уже прыгать, типа. Целебная. Бьем молоточком. Хорошо сыграно, ребят.
накидка не спадает, хорошо. Что она долгая. Все, готово. Я прям... не успеваю. Ну что ж, сидим. Сидим, пердим. Все. Отлично, внезапная атака. Ладно, ваншот на этого. 570. Баттер, не подведи, бляй. Молния сотку наносит. Понимаете, там две охерительных херни. До них очень долго идти. Очень долго. Ну, типа, перед защитой, вот этот луч, он то же самое, что мы сейчас в спину нанесли врагу. Ну, ее очень тяжело, я понимаю, как выбить. Так, ладно, только 12 минут, в принципе, прошло, мы... сделали это. Я не хочу драться с ними. Алло. Нужно сохраниться. Сохраниться надо. Чако Бурито. Держи, парень, не столько урочки, сколько ты сможешь утащить. Ты хорошо поработал, я помогу тебе на гриве по анголам, обещаю, только не босс, они слишком сильные. Используй вот это, чтобы вызвать меня, даю тебе одну. Да-да-да. Почти атаковал, почти, ребят, почти. Окей. Погнали, готов. Чел-медведи-свин. Ну, давайте потом, давайте сюжет. Знаете, будем, типа, комбинировать это или как так. Челку сейчас одену, посмотрю. Мне кажется, мне отправить сейчас за этим. Так, парик Эмма. А, не. А это кто? Это тот новичок, которым люди толкают. Валяется на ночь, здесь место только для детей готов. Что такое? Представляет королевскую крепость для борьбы против злобных эльфов, принимается добровольцы. Извини, Фродо, но выиграйте в говнище разбойников. Ага, валяйте на новичок. Давай же отсюда, мы никогда ничего такого не делали. Ни за что! Мы не можем делать то, что просто. Он же конфорс, выглядит на его шмотке и прическу. Ну вот что я тебе скажу, новичок. Нормально пройдет, купить сигареты и кофе, и потом мы уже поговорим. Ага, если хочешь доказать, что ты один из нас, ты должен выглядеть как мы, возможно, только тогда мы будем с тобой общаться. Окей. Типа, этого не хватает, да? Окей. Тогда отправляемся. Отправляемся опять к тому бомжу, прикупимся. А, мне сюда нужно. К Джимбу еще завалить. Так, охота. А рядом что у нас? Фиг его знает, да? Йоу. Йоу. Да. Найдите кофе. Комфорт мест. Купите готическую одежду. Это мы сделали. Кофе купить. Некоторые враги выглядят как
Welcome to my coffee shop. Thanks for helping. Would you like to try some coffee? It's fresh. Да. That purchase qualifies you to be a friend of Tweak Coffee online. As a friend of Tweaks, you'll receive fresh homegrown emails. Bart then we'll Tweaks. Sell your information to local spammers. Sure, we could sell. До свидания. Так ты в друзья ко мне не добавился? О, в смысле? А, мы там были, ладно. Короче, я понимаю, мне нужно их всех атаковать. Hey. Hey, ну и вот и он, новичок. Новичок, тебе выбрать король эльфа, ты можешь сделать без боя или драться. Но предупреждаю, драка это потерять времени, ты можешь отказаться от драки и присоединиться к нам. Драться? Тебе ни за что не победить, драка. Это потеря времени. Ты уверен, что хочешь драться? Драться? Ладно, давай с этим закончим. Ну, типа, я мог бы уйти... А, вы будете нас насиловать? Я, типа, мог бы уйти, но я тогда, считай, слился бы. Сразу грохаем. 3 хп. Ладно, способности... Профессор Хаус. А, щит. Блин, мне не нужен щит. Отражающая атака. Ай-яй. Ай-яй. Он себя отхилил, ладно. Нужно добивать. Нужно добивать. Минус 2. Щит вынесли. Щит вынесли. Suck my balls. I'm rubber, you're glue. Ух ты ж, ё-моё. Ё-ё-ё-ой. Дерьмом попахивает, ладно. Нужно дальнего как-то вынести. Дальника нужно херячить. Чё за херня? Чё за дичь? Какого хера ты еще раз атаковал? Ну, баттер сейчас отлетает у меня. Да, баттер отлетает. Блин, но он отразит эту атаку. Вот в чем проблема. О, ладно. Плевать. Плевать. Мне плевать. Oh, сук. Ладно. 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 Хорошо. Yeah.
ладно. Палочка. Хилимся. Так, потому что дротик ему не так много наносит. Мы пытались предупреждать тебя, но это бесполезно. Теперь нужно просто ударить. Вперед. Серьезно? Я думал, типа... Предать своих и уйти с эльфами. Итак, ты есть новичок, о котором говорят, как тебя звать? Он же не говорит, король эльф. Он думает, он... Фан? Кто? Ты играешь не за тех, чувак. Что тебе не гастер жертвец? Что мы нарушаем правила и забираем палку ночью? Он врет. Тебе нужно драться против Картмана, он прятал палку, а это жульничество. Между прочим, и притворяться, как будто... Мы читаем твиттер, то есть сообщение Ворна о том, что ты пытаешься завершить... Так, только приведи их к нам. Тогда мы сможем перевернуть вверх, чтобы это тупой... Я верю, что ты сделаешь правильно, выбор. Еще. Если предашь нас, мы всем расскажем, что ты... Дырка... Уровень 7, способность разблокира. Но они мне не нужны. Я хочу быть за Картмана. Кинжал, ни хрена себе. Увеличь максимальный запас здоровья на 5. Люди расставили по городу флажки, объединяя территорию эльфов человеческой собственности, так и молодец колодец из зерго. Плюс колодец говорит, что говорно будет восстановлен, если избранный восстанет. Там что-то есть. Уничтожить, уничтожить. Туда тоже можно попасть как-то. No tricks, human. Без шуток, человек. А, твою мать. Что здесь у нас? Здесь, в принципе, у нас тоже ничего. Elven Kingdom. Темнее. Все, да? Тимми Экспресс. Союз на короля эльфов, мой союз. И лавка моя открыта для тебя. Чу-чу-чу, у тебя есть. Чу-чу-чу, клинок эльфам. Хрена. А, ну это всего лишь один выстрел. Вот это охеренно пока что. 11 левел. А у нас... Подожди, а где мое оружие? Подожди... Дженсен. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. Так, поехали. Кинжал. Пробивает броню при отдельной атаке, теле начинает истекать кровью. Хорошо. Так, 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 длинный меч воина. А, стоять. А у меня огнестрела никакого нету, как я понимаю. Нужно будет к Джимбо сходить, короче. Шляпа Готэм. Ага, натяни эту шляпу, понижай, чтобы избегать взглядов продавшихся по озерам придурков. Так, повышай индивидуальность при оскорблении других. Кинжал. Лев тыкания. А что еще тут нового? Не вижу. Кофта Гота. Все отстой. Даже этот костюм. Теряй веру в человечность с каждым ходом. Перчатки Гота. Носи эти перчатки, чтобы не касаться руками мудаков-конформистов. Минус 20 от харизмы. А
Чё у меня по оружию? Что вы мне оружие показываете? Ни хрена себе. Сразу два? Ничего себе. Но это прокачивать не буду. Бомбованички тоже мне нахер не сдались. Урон, причиняемый тобой при грабеже, увеличивается. Если кража выполнена успешно, ты решил врага еще и в положительный эффект. Положительный эффект — это хорошо. Восстание баланса. Давайте тогда быстрое перемещение. Конфирмист. Восстание баланса. Че, погнали готом. Ладно, потом. Давайте конфирмист, посмотрим, что это. Если это оно. Так, а чё мне по напарникам? Группа. Стэн идет по пути воина, полагаясь на... Так, остроту своего ума и меча. Верность спутника Стэна, Спарки, может вызвать на подмогу во время боя или... Так, скомандовать ему написать на некоторые препятствия. Написать. Баттер слушай, на самом деле. Джимбо Барт пытается музыкант. Так, что здесь? Джимбо, наверное, на своем люте добавляет очки силы к своей команде. Джимбо использует специю, которая ослабляет врагов и ускоряет союзников. Джимбо слышал врагов, поэтому они будут пропускать ход до тех пор, пока сами не проснутся или их не разбудит ударом. Вот это полезно, на самом деле, очень херня. Но у нас Баттерс. Вот если б я предал, да, их, типа, с ними ушел, тогда, скорее всего, Баттерс был бы у меня закрыт. Там бы пришлось думать. Что делаем? Где этот плакат? Или что мне здесь нужно сделать? Подождите. Карта... Комфортист, купите... ладно. Короче, нам на все намекает, что нам нужно отправляться к Готэм. Вот. Готэм. Готэ. Шапка Готэм, костюм Готэм, перчатки Готэм. Find your own pit of despair. Конечно, другие золотые, господи. We don't hang with conformists. Go get the stuff to look like we do. Но. А что еще не? Бороду убрать. Пачка сигарет, точно. Пачка стик в кармане у меня. Мальчики, ага, только что стащили новую пачку. Какая зубчик, опять? Мальчик, отвали, мы курим, пытаемся. Бери свои дурацкие волосы от меня. Take your stupid hair and leave. Я сказал спачку, дай. We're gonna send you straight to heck. Баттерс, они не понимают. Подожди. I got all the time in the world, bitch.
Грубая кожа. Сейчас посмотрим, насколько она грубая. Сдохнешь. Баттерс полетели. О! Сейчас увидите эту херь. 200 с чем-то. Ладно, нет. Это не 400 на самом деле, но... Все же. Он вздыхает. Потом убьем этого. Все, изи. Изи. Зажигалка Зиппа. Смотри, 25 урона огнем при идеальной атаке. Подождите, я хочу посмотреть, у меня на дротике такая же, что ли? При идеальной атаке, да. 25 урона. Го, попробуем этот. Огненный урон. Может, огненный урон больше быстрее зайдет мне. Так, поехали. Ну, поди всем. Сиги есть, шапка есть. Кофе есть. Какая радость, это варп-придурок из подземелья в Тупорылых. Должен сказать, что он выглядит достаточно... Ага, почти как Год. Год, это не одежда, а состояние души. Пора тебе доказать, что ты можешь пойти против правил общества. Ага. Сейчас в Доме культуры идет большое родительное собрание, а ты должен пройти туда, когда оно будет у самого разгаре, и прикурить этот плакат к столу. Ага, это докажет твой... Давай, выгляди отсюда и не вздумай придумать обратно без фотографии, где видно, что... Что? Придется снять сильно обжарка от братьев Твик. Комфортный знак протеста. Подождите, находки. Задание. Ладненько, короче, давайте тогда, я думаю, на этом закончим с вами, да, с дилдой в руках. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.